Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем крушить игроков на сервере Европа. Да. Ну, это самозащита. Пока что это была только самозащита. Но скоро проснется реальный маньяк, который будет летать и всех убивать. Мало кто меня еще раз когда-нибудь увидит. Возможно, мне черный скин делать. Шутка, конечно же. Черный типа. Черный ангел. Боже мой. Ладно, чувак. Иди немного. Да что за. У него, ребята, скин нельзя сломать. Супер. Отлично. Флэшбэнг, конечно. Это мои. Это мои. А еще кто-то мои сломал. Я сейчас тебя найду. Вот и пробоина. А вот и дурак. Воздух, боже мой. У тебя not included, так что, чувак, воздух не входит в комплект. Так что, чувак, тебя... Тут нету, потому что воздух в комплект не входит, значит тебя нету. Зэм, итем, вещь, что ли, или же что еще такое? Боже мой, чуваки, чуваки. Да я вас, знаете что, я вас сейчас обоих сломаю. Значит, раз, бац, и... Два, говорю. Бэй Блэк. Вы издеваетесь? Тут три красных игрока. Это чё вообще такое? Это чё, он с двух страниц играет, что ли? Я не пойму. Ладно, чувак. Давай запать хорошему не хочешь? Слушай, просто я не против ваших разборок, а я против ломания моей базы. И поэтому, сори, чувак, один, но, мистер, вы сломали мою базу. Оп. Он даже не сопротивлялся. Он, видимо, понял, что сопротивляться бесполезно. Ну, смысл сопротивляться, если против тебя файтер играет. Да, вариор, файтер. Ну, как еще назвать? Ну, тут киллер вообще. Я вообще здесь даже на 22 уровне уже сколько киллов заработал. Ой, Табисс. Пошел ты, Табисс. А мне надо стену строить. Да. Я немного еще стенок построю. Вот так вот, хорошо. Вот теперь у меня будет хорошая база. Только ее все время будут ломать. Да, Зэм, ты мне не нравишься. Я знаю, что тебе хочется строить. Но пойми, мне тоже нужно строить. Мне очень нужно строить, ибо я видео записываю. Хотя в твоих глазах я просто игрок. Еще один дурак. Пошел отсюда. Иначе я твою базу сломаю. Ну, по крайней мере, ребята. Вы должны только через свою базу пройти и бежать. Я попытаться использовать флешбэнг и бежать. Вот, всегда выбирайте флешбэнг. Я брал все способности, которые есть. Выбирайте флешбэнг. Либо клона. Клон для троллинга. Клон чисто для троллинга нужен. То есть... Или же там... Да. Клон тоже незаметно скрыться. Типа, я нубик. Так вот, как бы... Ты будешь выглядеть как нубик. Типа, тебя он клона убьет. На самом-то деле, это будешь не ты, это будешь клон. И мне кажется,
Мне опять сломали что-то. Мне что-то опять сломали. Мне это не нравится. Понятно, игроки. Так что нефиг мне тут ломать. Да, какая красивая база у меня. Синяя. Синий цвет — это очень хороший цвет. Небо, например. Хотя Sky Blue вообще я играю. Ну, короче говоря, не важно. Туш-туш-туш. Извини, чувак, но ты же знаешь, что ты сейчас выстрелишь, да? Если эта стенка, которую я только что построил, испортится, то я убью всех. Я убью всех. Так, я не понял. Ну все, чувак. Чуваки, ребят. Рональдо. Рональдо. Чертов Рональдо. Дай тебе немного стенок отберу. Да, тем более у меня еще с другой стороны какая-то веселуха происходит. Какой дурак здесь, боже мой, я, кажется, знаю, кто здесь ломает мою базу. Мать ломать мою базу, дурак. Чувак, ты не чувак, ты дурак, потому что нормальные игроки качаются до последнего уровня. Блин, тут меня что-то сломали еще. Или же это Sky Blue. А мне не важно, какой это. Мне важно, чтобы он был убит. Я его прикончу. Просто возьму и прикончу. Знаешь, чувак, все. Вас тут двое? Ага! Мама. Мама. Блин, ты не моя мама. Поверь, ты не моя мама. Так что, ну хотя даже если и моя. В принципе, это могла быть моя мама. Поэтому, да не знаю, все. Короче, восстанавливаемся. Это мог быть еще Sky Blue. В принципе. Чувак. Смотри, ты же на меня 815. Ты же на меня не согрешься. Блять, кто у меня там слева какой-то кусок отгрыз? Сейчас 50. Так. Так. Пинай на себя. Розовый. Ну знаешь ли. Сори, низ. Но. Никак. Да, просто этот чувак поменял имя. А это был топ-2. Или же даже топ-1 был. Недавно. Но я здесь реальный топ-1. Поэтому sorry, guys. Но я должен это сделать. Я должен захватить 100% карты. А если хотите 100% карты, играйте на России. Там реальные шансы захватить. Либо нужно быть очень сильно популярным ютубером. О да. А я не популярный ютубер, так что сори, ребята. Точнее, сори, не сори, а Sky Blue распоясался. Понимаешь ли, территории ему мало. Вправо строиться можно же. Кого-то там убить. Нет, он решил побатлиться со мной. Он мне сразу не понравился. Так, вот так вот, вот так вот. Отличненько. Иди сюда. Потом бы он меня убил бы. Я пытался бы, но все равно. Знаешь что, чувак? Жели ЕТ. Почему ЕТ? Это что, опять ютубер какой-то? Были ПМ, были СЛ, были бы